Идет задняя левая дверь. Ну это понятно, кто-то открыл дверцу на машине и бабахнулся. Попытаемся ее для начала поклеить. Тут же самое интересное, стеклоподъемник еще на машине не хочет работать. Не хочет нам светить. Вот. Ну, я думаю, кто в теме, тот понимает. Вот такая вот хрень. Сантиметров 15 залома. И что самое неприятное, на ребре. Ну что, начнем с... Вот так наша вмятина выглядит. К сожалению, еще раз повторюсь, доступа нету через стекло, чтобы надавить отсюда вот самый, так сказать, пупок. Приходится делать клеем. Вот, и больше ничем. Ну, уже по-любому лучше, чем было. Хоть и клеем, но получается. Договорились так, что человек сделает стеклоподъемник. Если что-то я не смогу доделать, потом крючком доработаю. Продолжается эпопея. Сделал человек, чтобы стеклоподъемник опускался. Вот продолжаем доделку. Доделку этого ребра. Так, где оно у нас? Вот. Ну, тут еще все неспокойно. Надо доколотить. Самое обидное то, что когда я попытался тут поставить клинышек и прочее, стекло тут он болтается как портянка. Честно говоря, я не такой смелый. Поделаю, попытаюсь, но крючком я залез, что-то опасно. В другой раз разбирать дверь, он что-то не хочет, вынимать стекло не надо. Ну, короче говоря, человек говорит, и так хорошо. Ну вот, вот здесь маленькая точечка у нас еще есть. Сейчас я ее разобью, вот видно, тут еще шишачок. Разобью, попытаюсь поклеиться, подергаться, ну и потом аккуратно попытаюсь крючочком подавить. Потому что, еще раз повторю, стекло болтается как портянка и гнется. Что-то я не такой смелый, чтобы попасть на новое стекло. Кому это надо? Тем более, что сам хозяин настаивает, ничего не надо, все и так хорошо. Ну вот еще раз покажу тут. Чуть-чуть еще есть косячки, но ничего, я их доделаю.